Находясь на территории по улице Промысловой 4, сегодня приблизительно в 13:30 приехала группа неизвестных лиц, которая, выходя из машины, были одеты балаклавы у всех и угрожали мне лично. Под номера машин. Да, вот мне лично и моим подчиненным оружием и расправой наших семей. Физически, дословно, если выразить это все словами, это было сказано следующим образом. Мы вырежем вас и ваших семей, детей, жен, чтобы таких, как вы, даже на земле не было и близко. Это дословно передаю те слова, которые были сегодня мной услышаны в наш адрес. После чего было сделано заявление в полицию по линии 102, что неведомые особы угрожают сброю до физической расправы с их засовыванием. Полиция приехала, вот мы видим, все на территории есть полиция, приехала, и ихняя реакция... В машине прятаны. Ихняя реакция была немножко непонятна, потому что все люди были, которые находились на данной территории, они не были даже идентифицированы. Ни проверка на оружие, ни проверка личности и всего остального, то, что они должны были сделать. При требовании у стоп коррупции предъявить хотя бы одно удостоверение, которое посвящало бы их статус журналиста, и ничего подобного сделано не было. Точно так же со стороны полиции не было даже требования, чтобы кто-то что-то показал в качестве, что они являются на сегодняшний день журналистами. На сегодняшний день стоп коррупция, которая прикрывается честным именем, то, что они делают честные дела, занимаются вымогательством из бизнесменов денег. Бизнесмены на это не идут, и, соответственно, они делают вот эти акции, которые блокируют предприятия и не дают им работать.